855 человек в этом году стали студентами дневного отделения Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Первые недели учебного года, самые волнительные и тревожные для каждого первокурсника, еще не совсем понятны требования, незнакомы преподаватели и однокурсники. А потому праздник посвящения в студенты – это возможность как можно скорее влиться в совершенно новую студенческую жизнь, познакомиться с ее правилами и законами, найти новых друзей. По наблюдениям деканатов, профессуры университетской. В этом году пришла достойная смена молодых людей, которые, не сомневаюсь, продолжат хорошие, славные традиции нашего университета. Среди них более двух десятков всевозможных в прошлом, в школьной жизни лауреатов, в том числе лауреатов премии, стипендии президента Республики Беларусь, всевозможных победителей на международных конкурсах. И я думаю, что именно эти молодые люди на студенческой скамье зададут свой тон. Тематика прошедшего творческого вечера была тесно переплетена с мистическим числом 13, символизирующим год поступления ребят. А потому обряды привлечения удачи на экзамене, суеверия и мифы студенческой братии стали основной темой вечера. Но несмотря на юмористический тон программы и веселую атмосферу, первокурсники на учебу настроены очень серьезно и прекрасно понимают, что знания никакими куклами Вуду привлечь нельзя, а потому настроены учиться старательно, чтобы исполнить свои уже сформированные цели. Ну, мне предложили к этому в школе еще попробую на журналистику, попробую писать. Мне это понравилось, я это выбрал. Я пришел сюда, уже практически 2 недели отучился, и я об этом не жалею. Я почувствовал что-то мое. Если говорить о мечте, то неважно, в какой газете я буду работать, но я хочу посвятить свою жизнь сельскому хозяйству. Я хочу объехать всю нашу республику, все наши деревни и написать об этом какую-то особенно большую работу. Я с детства начала увлекаться иностранным языком. С нулевого класса изучала немецкий язык, он меня очень привлек. Также нравится культура Германии, вот, поэтому я выбрала этот факультет, город Брест. Вот, надеюсь, в будущем стану хорошим специалистом. Главное стремиться добиваться поставленных целей, сдавать сессии хорошо, узнавать что-то новое, ничего не бояться, и все будет хорошо. Кто-то считает, что настоящими студентами можно стать, только успешно сдав первую сессию. Кто-то верит, что клятва, произнесенная на торжественной церемонии, поможет влиться в студенческую жизнь. Кто-то рассудительно ведет отсчет от дня появления на стендах списков зачисленных. Все эти мнения по-своему справедливы и могут претендовать на звание истины. Несомненно одно, прошедший концерт, первое яркое событие университетской поры, останется в памяти навсегда. И через много лет сегодняшние первокурсники будут вспоминать это событие с особенными чувствами и эмоциями. Ведь праздник на самом деле удался.